Это какая-то злая тетка. Вот наши новые 100 повторок. Да, новый! Вот только теперь у нас Малефисент. Крутой, безмозглыш. Мне столько не надо. Тут у нас... Кто? Повторка. Мне это уже надоело. Я Нубик, голова Кубик. Всем привет. А знаете, какие у меня любимые скрепыши? А вот эти вот. Эти самые крутые. Особенно Кокуля. А вообще все крутые. У меня их очень-очень много. Вот прям очень. Но коллекцию мы с Костей так и не собрали. Вот только представьте, мы уже открыли целую коробку. 200 скрепышей. А коллекцию не собрали. Вообще невезуха. Нубик, привет. Ой. Сегодня точно повезет. Так давай их открывать скорее. Я очень хочу коллекцию. На полной коллекции нам не хватает вот этих 4. Да-да, они нам надо. Очень. Начнем вот с этого. Дай угадаю, повторка. Угадал, повторка. Давай следующего. Кто у нас тут? Кто? Это не повторка. Покажи. Это взрыв мозгыш. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите какой. Мне этот нравится. Крутой безмозглыш. Этот теперь у меня тоже любимый. Да, Нубик, мне этот тоже нравится. Осталось найти 3. Да. Но есть кто-нибудь из них тут? И я. Нет, повторка. Невезуха вернулась. Может тут? Хоть бы. Нет, такой же. Теперь у нас их 3. Причем мне этот вообще не нравится. И мне тоже не нравится. А еще мне не нравится повторковый. Идем дальше. Кто там? Еще один взрыв мозгыш. Как так? А вот так. Теперь у нас 2 взрыв мозгыша. Ну ладно, этих пусть будет 2. Они крутые. Крутые мне надо. Открываем 6. И там у нас кто? Пиратский флаг. Давай дальше. Чувствую, сейчас фартанет. Я надеюсь, Нубик. А я уверен, там новый. Да, новый. Кто это? Это Микки Маус, мышоныш. Ну а чё, по-моему, прикольный. Мне нравится Микки Маус. Прикольная такая мышь. Коллекцию почти собрали. Да. Осталось найти 2. Золотая чаша, золотые цепи. У меня и скрепыши. Это круто, бэйби. Золотая чаша, золотые цепи. У меня и скрепыши. Это круто, бэйби. Нубик, это ты что делаешь? Это я так удачу призываю. Просто хочу всю коллекцию. Я тоже хочу, Нубик. Ну, кто там? Это хэштегыш. Это крутой. Но у нас их уже очень-очень много. И я грустный. Угомонись, еще много неоткрытых. Точно повезет. Ой. Тут у нас... Кто? Повторка. Ну. Идем дальше. Ну, пожалуйста. Нет, опять повторка. Плохо. Может, тут? Хоть бы. Нет, тоже нет. Опять плохо. Идем дальше. Хочу новый. И тоже повторка. Это нечестность. Вы знаете, сколько у меня этих повторок уже? Да их у меня 3 000 000 000. Мне столько не надо. Мне надо коллекцию. Ну, может, хоть здесь? Покажи, кто. Ну, наконец-то! Ой, это какая-то злая тетка. Это Малефисента ведьмыш. Ну, если честно, она какая-то странная. Ну, стоп, мы почти всех нашли. Ой, точно. Осталось найти только Вискисыча. Так чего мы ждем? Давай скорее открывать. Открываем. Ну, Вискисыч? Нет, повторка. Да сколько можно уже? Мне это уже надоело. Я уже сбился со счета. Я тоже. Я же Нубик. Все равно опять повторка. Может, здесь? Хоть бы. Нет, опять повторка. Плохо. Идем дальше. Я уже не верю, что мы его найдем. Я уже тоже Нубик. Одни повторки. Что-то мне кажется, коллекцию мы сегодня не соберем.
хоть и очень хочется. К сожалению, нет. Вот наши новые 100 повторок. Ну вот и чё это? Это же нечестная нечестность. Фу. Да, нам прям жестко не повезло. Мы уже открыли 300 скрипышей. И так и не смогли собрать коллекцию. Вот только теперь у нас Малефисент. Не знаю зачем. Не хватило всего одного скрипыша. Что же делать? Как же быть? Как злодея победить? Наверное, придется покупать еще одну коробку. А это когда? А это скоро? Думаю, да. Скорей бы. Чики-бамбони, чики-скелет, чики-свинья, а это чики-я. Я чики-нубик, голова кубик, руки, трюки, фиолетовые брюки. Чики-бамбони не любит пиццу, чики-бамбони любит пшеницу. Кто здесь круче? Эндер-скелет? Может быть, лошадь? Мой ответ нет. Чики-бамбони здесь круче всех. Белые капули держат успех. Чики-бамбони мой лучший друг. Бориска глупый, а бамбони крут. Чики-бамбони, чики-медведь. Чики-волк, чики-скелет. Чики-зомбяк, а это чики-я. А все вместе мы чики-семья. Чики-курица, чики-фрит. Чики-малыш, летучая мышь. Чики-свинья, а это чики-я. Я чики-нубик, голова кубик, руки, крюки, фиолетовые брюки. Ты не ленись и подпишись, лайк мне поставь и улыбнись. А если ты жадина, то лайк оставь себе. Я грустный чики-нубик, бе-бе-бе-бе-бе. Чики-бамбони не просто овца, она супер-друг мой, с ней веселый я. Это наш дом, а это огород. Это мы бежим, а это чики-трёк. Чики-бамбони, чики-скелет, чики-свинья, а это чики-я. Я чики-нубик, голова кубик, руки, крюки, фиолетовые брюки. Чики-бамбони не любит пиццу, чики-бамбони любит пшеницу. Кто здесь круче? Эндер-скелет? Может быть, лошадь? Мой ответ нет. Чики-бамбони здесь круче всех. Белые капули держат успех. Чики-бамбони мой лучший друг. Бориска глупый, а бамбони крут. Чики-бамбони, чики-медведь. Чики-волк, чики-скелет. Чики-зомбяк, а это чики-я. А все вместе мы чики-семья. Чики-курица, чики-фрит. Чики-малыш, летучая мышь. Чики-свинья, а это чики-я. Я чики-нубик, голова кубик. Руки, крюки, фиолетовые брюки. Ты не ленись и подпишись. Лайк мне поставь и улыбнись. А если ты жадина, то лайк оставь себе. Я грустный чики-нубик, бе-бе-бе-бе-бе. Чики-бамбони не просто овца, она супер-друг мой, с ней веселый я. Это наш дом, а это огород. Это мы бежим, а это чики-трёк. Чики-бамбони, чики-скелет, чики-свинья, а это чики-я. Я чики-нубик, голова кубик, руки, крюки, фиолетовые брюки. Чики-бамбони не любит пиццу, чики-бамбони любит пшеницу. Кто здесь круче? Эндер-скелет? Может быть, лошадь? Мой ответ нет. Чики-бамбони здесь круче всех. Белые капули держат успех. Чики-бамбони мой лучший друг. Бориска глупый, а бамбони крут. Чики-бамбони, чики-медведь. Чики-волк, чики-скелет. Чики-зомбяк, а это чики-я. А все вместе мы чики-семья. Чики-курица, чики-фрит. Чики-малыш, летучая мышь. Чики-свинья, а это чики-я. Я чики-нубик, голова кубик. Руки, крюки, фиолетовые брюки. Ты не ленись и подпишись. Лайк мне поставь и улыбнись. А если ты жадина, то лайк оставь себе. Я грустный чики-нубик, бе-бе-бе-бе-бе.
Чики-бамбони, не просто овца, а наш супер-друг мой с ней веселый я. Это наш дом, а это огород. Это мы бежим, а это Чики трёт.